Агапы. Любовь и забота о детях-сиротах. Мы, Криворожский филиал миссии Агапы, проводим лагерь для детей-сирот из города Кривого Рога на берегу Кременчужского водохранилища. В лагере 80 детей-сирот сейчас на данный момент отдыхают, и служит им команда из 40 человек из разных городов и областей Украины. Мы со всей командой филиала Агапы верим и надеемся, что Бог произведет очень большую работу в сердцах детей в этом лагере. Программа нашего лагеря, она настроена на то, чтобы помочь детям открыться. То есть мы не просто проповедуем Евангелие об Иисусе Христе. Мы стремимся к тому, чтобы дети заговорили о своей внутренней боли. О той боли, которая заставляет их прятаться от Бога. О той боли, за которой они очень долго чувствуют себя виновными. И боли, которая заставляет их бунтовать против Бога. И мы говорим им о том, что это просто их защитная реакция. Но им уже нечего бояться, только по той причине, что Иисус Христос умер за их грехи еще тогда, когда они были грешными. И это дает им просто понимание того, что Божье принятие, оно абсолютное и оно безусловное. И это наша цель. И это мы строим через различные игры, через общение, через вечернее общение. И все, что существует в нашем лагере, оно существует для того, чтобы помочь им заговорить о своей боли и пережить это принятие через людей, через работников миссии, через всех волонтеров, которые здесь работают. Вот это и есть наша цель. В этом лагере очень сильно понравилась зарядка, что выходишь такой грустный, ну, именно уставший, хочешь спать, приходишь на зарядку, ну, и очень подбадрит, зарядка вообще классная. Очень хорошо кормят здесь, да, это еще хорошо. Тут много и всяких развлечений, ну, что здесь нет как скучать именно, классно вообще. Я очень благодарю Бога, что я сюда попала, я здесь первый раз, мне очень нравится, спасибо. В этом лагере. Вот. Чем он мне понравился? Тем, что он мне что-то дает, стимул какой-то жизни. Допустим, эти библейские уроки, они мне дают задумываться о жизни, в общем, задумываться о том, какая я стала и какой я была, и что мне нужно сделать, чтобы измениться вообще. Мне это очень нравится, эти служения, библейские уроки, ну, вообще поднимают мне настроение. И мне очень нравится то, что эти люди, которые приготовили этот лагерь, вообще пусть Бог их благословит, ну реально это очень круто, что они заботятся о нас и такое все делают. Мне в этом лагере нравится тем, что тут не отряды, а тут по 4 человека, и у них есть наставник. И в любое время можно с наставником пойти куда хочешь, на речку, або походить где-то. Мне нравится, как тут кормят хорошо. И тут каждое утро мы ходим на уроки, мы там поем,
йду, граю в ігри, там розказуємо тих золоті стихи. Потім вечером, після ужина, ми всі збираємося на служення. На служення ми хто перший прийшов, там дають сюрпризи. І потім на цих служеннях ми поємо, сценки показуємо, ім'я витягують і там подарки дають. Ще проіграв? Роздайте. Бо! Бо!